Всем привет, с вами интернет-ресурс megaobzor.com, и сегодня героем нашего обзора будет видеорегистратор Form Factor накладки на салонное зеркало Dynobel Spiegel LEDS Duo. Здесь экран занимает практически всю площадь зеркального элемента. Рекомендованная стоимость 8500 рублей. Комплект включает скобы крепления, зарядное устройство-прикуриватель, внешнюю камеру с кабелем подключения, USB кабель, набор для фиксации второй камеры, руководство пользователя и гарантийный талон. Выполнен Dynobel Spiegel LEDS Duo в виде накладки на салонное зеркало. По длине он меньше, чем рассмотрен нами ранее модели этого производителя. В этой модели используется выдвижной блок основной камеры. Так можно будет подобрать оптимальное положение в зависимости от формы, установленной в салоне зеркала. Угол обзора 131 градус. В объективе используется группа стеклянных линз. Помимо вылета меняется уровень горизонта и наклона. Крепится при помощи пары резиновых скоб. При движении по неровным дорогам не смещается и не дребезжит. Активная зона экрана занимает практически всю площадь зеркального элемента. С учетом того, что есть вторая камера и выводит изображение с нее, заметно повышается информативность и контроль происходящего позади автомобиля. Диагональ 9,66 дюймов. Свайпом в сторону переключается тип вводимой информации с изменением приоритета между камерами. При любом касании пальцем экрана вводится интерфейс управления в виде наглядных иконок. Разобраться с управлением будет несложно. На нижнем торце единственная механическая кнопка, отвечающая за принудительное включение и выключение системы. Разъем мини-USB, порт подключения второй камеры и слот для карты памяти формата microSD. Вторую камеру можно будет установить в районе номерного знака, обеспечив лучший обзор при движении задним ходом или при обычном движении по дорогам. Подобное исполнение видеорегистратора дает сразу несколько преимуществ, среди которых отсутствие необходимости съема на время парковки, свободное пространство лобового стекла и отсутствие проводов видимой части. По умолчанию вводит изображение с двух камер с набором иконок. Для перехода в главный экран с интерфейсом управления нужно будет перейти предварительно на сам главный экран. Пользователь сможет сменить разрешение съемки и длительность роликов, выставить общий параметр работы системы. Работает устройство на базе платформы GP6248, а основной канал с разрешением Full HD со скоростью 30 кадров в секунду. Напомню, что по ссылке находится текстовый обзор. Там можно посмотреть дневной и ночной ролик с основной и с дополнительной камерой в полном тайминге. Второй канал с разрешением 720p. В деталях фиксируются номерные знаки, дорожная разметка и участники движения. Dynobel Spiegel LEDS Duo станет отличным способом улучшить функционал салонного зеркала автомобиля. Увеличение обзора, полный контроль всего происходящего позади автомобиля, режим помощи во время парковки, отсутствие необходимости съема и установки на время парковки, скрытый монтаж, сенсорное управление. С удовольствием обсудим с вами Dynobel Spiegel LEDS Duo. Всем спасибо за внимание и пока-пока.